В историческом музее региона Куско в Перу собрано все, начиная от доисторических времен, когда водились вот такие вот монстры. Вот посмотрите, по сравнению с человеком. Там стоит человек, потом стоит слон, и вот этот монстр вообще невероятных размеров. Тут еще какие-то тоже доисторические животные. Панцирь какой-то. Ну, с панцирями у нас тоже в Сент-Луисе броненосцы бегают. Вот. В общем, это музей обо всем. Сейчас я покажу, что в этом музее представлено. Здесь они сделали вот такую панораму, копию скального приюта Торена. Расположен в общине Сеауае. Небольшая ферма Торен. Район Алто-Пичигуа. Сезонный лагерь до керамического периода. Он использовался охотниками как убежище. Он демонстрирует следы значительной общественной деятельности и интенсивной оккупации. Обратите внимание, что этот человек несет огромный камень в руках. Их цивилизация не знала колеса, и пока испанцы не завоевали их где-то 500 лет назад, они жили без колес, без тележек, без всего. Все носили на себе или на ламах. Наскальная живопись датируется 4400 годом до нашей эры. Венера Чанапати. Антропоморфный скульптурный сосуд. Он представляет собой женскую фигуру, подчеркивающую ее половой орган. Считается андским божеством, вероятно, используемых для обрядов умилостливания для плодородия. Костяная фигурка, используемая в церемониальных целях. Тут несколько керамических сосудов разной формы. Вот интересно, когда цивилизация не знала гончарного круга, они сосуды делали совершенно произвольных форм, лепили. Тут божок какой-то каменный и еще сосуды. Металлические украшения и инструменты. Тут опять сосуд в виде головы. И вот еще интересно, сосуд со змеей. Некоторые летописцы называют Куско город Пум. И вот здесь такое колесо, на нем пума лежит, такая великолепная. Колесо крутится, показывает нам эту самую пуму. И вот еще одна пума стоит в уголке. Тут показан перуанец в традиционном пончо, симпатичной шапочке, и макеты разного вида картофеля. Значит, в Перу 3500 видов картофеля. Посмотрите, какие они все разные. Разного цвета, разной формы, разной округлости. Внутри тоже разные все, то красные внутри, то фиолетовые внутри. Вот эти вот желтые посередине мы покупали, пытались их варить, целый час их варишь, и они все равно хрустят, как огурцы, не провариваются совершенно. Мы старались попробовать как можно больше сортов картофеля, поэтому снимали квартиры с кухнями и покупали картошку. Но вот эту картошку мы не видели на рынке, но как ее чистить, я не представляю, наверное, с кожурой надо есть. Это орудие называется палица. Вот так на палку надевали. Такие каменные наконечники. И вот так вот дрались с захватчиками. А здесь другое орудие. Тоже камни, но привязанные на веревки. Раскручивали эти веревки и тоже кидали в противника. Литический фонтан используется в церемониальных целях
в основном для религиозных обрядов, связанных с поклонением воде. Он был найден на археологическом участке Канамарка. Макет археологического сайта. Тут показаны инструменты, которым велись раскопки, и предметы, которые были найдены на этом сайте. Вот тоже типичные предметы, которые находили на археологических раскопках в Перу. Сосуд в виде рыбы крутится. Какая прелесть! И раскрашена она так смешно, в шахматном порядке. На голове точки такие. Вот еще рыбная тема. Тут, правда, и птицы еще есть, и какие-то комары, что ли. А сбоку у тарелки голова чья-то. Металлические башки крутятся. Идолы позволяют нам разглядеть их и спереди, и сзади. Вот еще один божок. Мальчик. И вот золотой. А уши-то какие уши? Одно, правда, отвалилось. У народов инка принято было носить вот такие украшения на ногах. Ну а что, вот сейчас сделать такую всякой хрени, навесить и идти по городу. Модный приговор. Тут такая симпатичная штучка. Змеи на ней. Ну и ламы. Конечно же, ламы и из металла, и из камня. Перу – это сплошные ламы и альпаки. Золотая фольга и золотые кружки, которые использовались для костюмов инков. Вот на иллюстрации испанской книги об инках нарисован инка, весь раззолоченный, и рядом еще и пума лежит. Золотые булавки для закалывания понча. И вот такие тоже, это серебряные уже. И еще одна иллюстрация из книги об инках. Хорошо ли, плохо ли жили индейцы? Но тут пришли 500 лет назад, пришли к ним испанцы. И это цивилизованное общество внесло свои правила. Картина «Видение Тупака Амару II и Микаэла Батистас о жестокой эксплуатации великого сообщества Тавантинсуяна дикой испанской империей». Жестокая эксплуатация индейцев, взимание пошлин. Кто не согласен, того вешали и убивали. Отбирали детей, насиловали женщин. Вот так художник изобразил приход цивилизации к дикарям. Так, картина «Брак Тупака Амару I и Микаэлы Бастидас», Суриман, 25 мая 1760 года. Тупак Амару – это национальный герой инков, который боролся за их права. И есть еще у них Тупак Амару II, тоже его считают национальным героем. Тупак Амару II и другие мученики в вечную память народа. История нашей страны является постоянным источником национальной и континентальной гордости, будучи революцией Тупака Амару II, первым криком латиноамериканской свободы против испанского ига, принесшим как следствие бессмертие и славу тысячам соотечественников, которые отдали свою жизнь в XVIII веке в поисках свободы для жителей и детей этой части света. Революция Тупака Амару произошла из-за освободительного крика в субботу 4 ноября 1780 года в провинции Тинта, столице Корегименто, Канас-Канчис. Это серьезная трансцендентный акт, зрелый
и лучше организованный, который потряс основы испанского колониализма из-за его огромных экономических, политических, религиозных, социальных и культурных последствий. Места, где начались жесты американской свободы, чья трансцендентность и голоса достигли всех концов континента, от Венесуэлы до Чили, от Уругвая до Аргентины, вспоминаются с особой значимостью даже на Гаити, Кубе и Франции. Отмечая 239 лет жестокой смерти Тупака Амару II, необходимо стимулировать нынешнее и будущее поколение не только к познанию фактов истории, объяснению их происхождения, причин и последствий, но и стимулировать их генерирующий потенциал, национальная гордость и принцип нравственного величия. И вот как расправились с Тупаком Амару II конкистадоры испанские. Они разорвали его на части лошадьми. Об этом есть, кстати, фильм, который так и называется «Тупак Амару». Я нашла этот фильм только на испанском языке и даже без английских субтитров. Но, в принципе, все было понятно, пришлось смотреть на испанском. Вот. Ну, что сказать еще? Цивилизация пришла. Кстати, этот герой, Тупак Амару II, он был испанцем, но он возглавил освободительное движение индейцев и взял себе вот этот псевдоним Тупак Амару II в честь Тупака Амару I, который сам был индейцем. Вот. Но оказывается, и среди испанцев были честные и порядочные люди, которые хотели только блага индейцам. Ну, вот еще несколько картин и предметов колониального периода. Это картина 17 века в стиле барокко. Называется «Откровение Сантьяго. Король Рамиро I». Анонимный автор – школа Куско. Анонимный автор кускеньской школы в стиле барокко в XVIII веке написал картину «Святой Джеймс» во время битвы при Клавихо. Вот еще один «Святой Джеймс» статуэтка. Техника «Клеевая ткань Магуи». Оригинал находится в часовне Чокипата, Типон. Так, святой Джеймс, по-русски это Иаков, оказывается, с инкой. Техника «Клеевая ткань Магуи». Оригинал находится в часовне Пампа Марка, Айма Райнш. И еще один святой Джеймс во время Монгольской войны. Тоже 18 век. Тут керамика индейцев. Интересные фигурки, сосуды. Святой Иоанн Богослов. Автор анонимный. Школа Куска. 18 век. Святая Елизавета Венгерская. Анонимный автор. 18 век. Святая Маргарита, автор Барварда Бумакрит Битт, конвениальная школа. Так, дерево, 16 век. Еще одна фреска на дереве, барельеф, апостол святой Иаков Старший, тоже 16 века, школа Куско. Папа святой Григорий Великий, 16 век, рельеф на дереве. И еще один барельеф на дереве, святой Себастьян, великий мученик, мастер искусства его сделал. Богородица и младенец, анонимный автор, конец 17 века. А вот такой переносной иконостас
называется «Ретабло». Есть, кстати, такой совместный фильм 2017 года, совместно Перу и Норвегия. Также он и называется «Ретабло». Мне этот фильм не очень понравился, но вот эти обычаи делать переносные иконостасы и вообще многие перуанские обычаи показаны в этом фильме. Можете посмотреть. Картина анонимного автора школы Куско 18 века. Называется «Защита веры». Здесь плакат показывает, как происходила евангелизация, то есть обращение в веру индейцев. «Дева милосердия кормит грудью святого Петра Ноласка». Анонимный автор школы Куско, 18 век. Медальон анонимного автора школы Куско. Резьба по дереву со стеклом, вставленные стекляшки. 18 век. Так, картина 18 века неизвестного автора. Называется «Лорд Уанки». Что это такое, непонятно. Вот что я еще сфотографировала в этом музее. Интересные коробки такие. Вот они, эти коробки сделаны, наверное, из кожи. Резные такие. Тут еще много денег было разных годов. И бумажные купюры, и монеты. Большая коллекция денежных знаков. Вот тут горы на деньгах. Вот Мачу-Пикчу знаменитое. Мы там были. Это, наверное, Тупак Амару. Может быть, может и нет. Вот какие денежки использовались в Перу. На стене висел телевизор, на котором показывались кадры из фильма «Тупак Амару». Вот откуда я узнала, что этот фильм существует, и потом дома я его посмотрела. Правда, на испанском языке. В отдельной комнате стоят вещи интерьера 18 века. Кровать там шикарнейшая просто. Спинка невероятно красивая. Резьба по дереву золоченая такая. Прелесть. Сундук невероятно красивый. И еще кадры из фильма о Тупаке Амару. Увеличенная копия вот этой золотой пластинки висит в аэропорту города Куско. Здесь написано, история гласит, что в 1912 году Джордж Густав Хей, основатель музея фонда американских индейцев,
купил золотую пластинку у доктора Эдварда Гафрона, немецкого врача и коллекционера антиквариата, работавшего в Перу. Так, картина называется «Инка с Гарсиласа», 1960 год, автор Франсиско Гонсалес Гамарра. Гонсаласа в настоящих комментариях инков вспомнил о родственниках по отцовской линии знати инков, которые рассказывали и учили его о величии государства инков. Он жадно слушал страстные рассказы и объединялся с эмоциональной картиной того, что он мог видеть сам, исследуя величественные архитектурные памятники, упомянутые на Кориканче. Это было так удивительно, что величие этого одинокого человека не осмелилось написать. Так, значит, в скобках написано «Гарсиласу де ла Вега, инки, комментарии, 1985 год, страница 126». Геральдические щиты. Инки Гарсиласу де ла Вега и летописцы Филиппо Гаумана Пома де Айала. Геральдика – наука о гербах, идентификационном коде родословной лиц и членов иерархии. Во время наместничества инки на Гаумане Пома де Айала исследовали значение и послание щитов. Автор Теофила Бенаветте Веларде. Техника эмаль по металлу. Эпоха 20 век. Так, тут еще коллекция денег разных времен. Корабли на море. Соли. В Перу денежная единица – это соль. Красивое кресло. А тут еще в одной комнате была коллекция страшных кукол. Я не знала, показывать ее или нет. Вот несколько фотографий сделала. И о художнице, которая эти куклы делает. Но мне лично не нравится такое искусство. Может, кому-то интересно будет. Вот. Ну, смотрите про музей инков мой фильм следующий. Это самый шикарный будет музей.